Давайте посчитаем, сколько будет стоить ваше «Мне нечего надеть». Сейчас кому-то будет больно, когда вы узнаете, сколько стоят ваши вещи, которые пылятся в шкафу. Итак, напишите в столбик список этих базовых вещей. Теперь внимание. Чего у вас точно нет в гардеробе, вычеркните, а чего не хватает, допишите. Напротив каждой вещи напишите стоимость этой вещи, количество и полную сумму по этой позиции. Например, у вас 4 пары джинсов, и каждый джинс стоит 25 тысяч тенге. Итого на эту позицию у вас уходит 100 тысяч тенге. Наконец, давайте сложим всю сумму, затраченную на весь ваш гардероб. Допустим, у вас получилось больше миллиона тенге, но довольно внушительная сумма, не так ли? Но это еще не все. Добавьте сюда время, потраченное на шопинг, нервы, самооценку и уверенность в себе, которую вы теряете, когда понимаете, что вещи совершенно вам не подходят. Вот во сколько впустую потраченных денег обходятся ваши ошибки при выборе одежды. Но не спешите расстраиваться, подписывайтесь и читайте, как правильно это исправить.